Сегодня в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Медики уверяют, что это единственный способ победить пандемию. С начала эпидемиологического сезона в Серпухове диагноз коронавирусной инфекции подтвердился более чем у 4000 человек. Около 3350 выздоровели. Сейчас 130 пациентов проходят курс лечения в двух стационарах. Коронавирус подтвержден у 46, 5 находятся в реанимации. В подмосковных гостиницах отменили обязательные справки с отрицательным тестом на коронавирус. Школьники и студенты колледжей вернулись к очным занятиям. Во всех образовательных учреждениях проводят утренний фильтр, дезинфекцию и регулярные проверки. Вузы региона остаются на дистанционке до 6 февраля. Усилен контроль за ношением масок в общественном транспорте. Напомним, эта мера является обязательной. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф 5000 рублей. В Подмосковье работает колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции. По этому же номеру можно записаться на вакцинацию. Работает и электронная запись через портал госуслуг. Можно также обратиться в ИФА-центр, по телефону, номер которого вы видите на экране. Процедура бесплатная, достаточно полиса ОМС. Вакцину вводят дважды. После первой прививки через 3 недели вас пригласят на вторую. Врачи просят быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно лиц старше 60 лет. Мы всем, конечно, рекомендуем, особенно если вы находитесь в зоне риска. По показаниям, по решению врачебной комиссии мы можем привить и пациентов более старшего возраста. Чаще приходят, конечно, пациенты, которые старше, наверное, уже 45 лет. Те, которые, конечно, не переболели, много таких пациентов. Есть даже те пациенты, которые переболели и все равно хотят привиться повторно, да, несмотря на то, что у них очень хорошие антитела. Правительство Московской области опубликовало интерактивную карту, на которой отмечены пункты вакцинации от коронавируса. Всего их в регионе 93. В Серпухове ИФА-центр организован на базе поликлинического отделения номер 1 Серпуховской ЦРБ по адресу улица Форса, дом 3.